Кстати, очень здесь прикольные, красивые граффити, прикольная голограмма, здесь суперская, класс, а. Всем привет, вы на канале Темное Лицо, меня зовут Дима. Я продолжаю проходить игру Watch Dogs Legion. Мне пошли 31-я часть игры под названием «Концепция изменилась». Это сделано, всем желаю приятного просмотра и спасибо вам всем за вашу крутую поддержку. Предыдущая миссия, друзья, оказалась не такая уж плохая, друзья. У меня буквально остается вроде бы, это не точно? Последнее дополнительное задание, друзья. Я пойду выполнять основную миссию под названием, сейчас скажу точно, я забыл название. Так. Как мотылек на пламя. Прикольное название, друзья. Сейчас пойду, друзья, поговорю со осведомителем, а? О похищении, друзья. Там женщину похитили, а она будет ее спасти, а? Поэтому, друзья, сейчас поговорим со осведомителем DeadSec. Честно, ух ты. А, думаю, тачка гоночная. Кстати, когда зрители, я какой тачкой поехал, да? То есть эта тачка наподобие из, как говорится, это игры «Мафия». Реально, вот такая же тачка там, по-моему, была точно, а? Я, конечно, в «Мафию» не играл ни разу, ну, реально только прохождение смотрел, ну и брат играл в нее, ему очень понравилась вторая часть «Мафии». Ну, друзья, я реально не играл в «Мафию», но хочу поиграть. Вот, друзья, знаю, что тачка там, это оттуда вот тачка, а. Только, друзья, эта тачка реально неплохая, прикольненькая такая, мне нравится, а. Тачка вот крутая. Так, друзья, вон, все, понял. Да, тачка, конечно, не очень быстрая, друзья, но и, друзья, прикольненько погонять, классненько, мне нравится. А, вот, друзья, наш осведомитель, понял, все. Сейчас поговорим с тобой. Привет. Что ты нам новенького расскажешь? Сейчас вырублю вебку пока. Эй, тебе вроде DeadSec был нужен. Пояснишь? Серьезно? Ты из DeadSec? Есть что сказать, вещай, а дальше видно будет. Короче, нам с подругой нужна помощь. Мы тут помогали одной активистке. Сначала она трепалась про прекрасный Лондон будущего, перемены и равенство. Но знаете, как она собирается решать проблемы? Порешив всех, кто ей мешает. Она жаждет убивать. В смысле? Рехнуться можно. Она заперла где-то мою подружку. Пожалуйста, найдите ее и помешайте планам этой шизанутой. Спокуха, лады. Все разрулим. Я побазарю с нашими. Да. Че там, Бэкс? Этого, друзья, я не ожидал. Информация нашего контакта подтверждается историей СМС. И мне удалось отследить отправителя последнего сообщения. Погнали! Вдруг что найдем? Лови координаты. Спасибо, Бэгли, спасибо огромное. Так, куда примерно ехать? А, это вообще недалеко, а? Спасите заложницу. Да уж, друзья, ну капец, больная дура, блин. Капец, хочу всех поубивать, кто ей помешает, а? Чеканутая сука. Как же можно в скобочках дополнительно эту миссию назвать, а? Блин, а? Чокнутая сучка? Мне кажется, такое название нельзя будет впилить, а? Надо будет, друзья, подумать. Если не придумаю, то так оставлю. Если придумаю, друзья, то в скобочках еще, кроме концепции, изменилось. Еще какое-то название придумаю. Чалиться как-то неприкольно, даже если типа за правое дело. С возвращением, ага. Теперь, небось, еще больше хочется объяснить им, что почем. А, спасибо нашему юристу. Она помогла наших ребят вытащить, а, мою шпионку и моего альбионовца. Зараза, а то они, сука, раненые были, их поймали, повязали в тюрьму, посадили, а. Так, друзья, я нашел все, что нужно. Сим-сим, откройся. Дима, заезжай. Какого хер тут бабы? Ух ты, сука. Она из клана Келли, твою мать, вы серьезно? Пошел нахер, сука. А, это не тот чувак, да? Так. Музыка прикольная играет, только правда не знаю где, а. Так, друзья, надо спасти... А, где заложница находится? Так, друзья, наша заложница. Блин, мне надо как-то придумать дополнительную эту миссию, очень хочется назвать, а. Я понял, что надо спасти заложницу. Так, ой-ой-ой. Так, давай. Все, друзья, я, конечно, их не боюсь, но хочется, друзья, сделать так, чтобы меня не спалили, а. Я, конечно, могу легко их налево и направо убить, но надо, друзья, иногда концепцию свою менять, а. Тут, друзья, одни девушки, заметили, да? Блин, как же назвать эту миссию, а? А, блин, в скобочках чокнутая стерва. О, в скобочках, друзья, будет миссия называться чокнутая стерва. А, вы, правда, не забудьте название. Вообще, реально, друзья, прикольно, а? Ха-ха-ха. Чокнутая стерва. Так, это ты кто? Ты кто такой? Ты обычный чувак? А, вали отсюда. Если ты обычный чувак, то иди отсюда. А, я не могу открыть тебе пока, или ты плохой? О, сука, тебя вырублю все-таки, а. Ты мудива. Ты для всех не любишь, сука, а.
Все, поспи, придурок. Так, куда нам идти? По лестнице или вниз, а? Мне просто интересно. Где находится наша заложница? Я не понимаю, где реально. Так, камера. Так. Ага, это девушка, да? Да, девушка. Тут у нас кто? Тоже девушка, друзья. Это одни девушки, а? Блин, может, просто по-другому назову. Может, не так? Блин, как же я... Ёб твою мать, а? Надо как-то придумать, а? Блин, надо... О, друзья, если не придумаю, то здесь я так оставлю, а? Ага, чокнутая стерва. А если нет, друзья, то... Может, придумать еще какое-нибудь прикольное название, а? Надо подумать, друзья. Так, надо вниз идти, да, на стройку, друзья. Ого, раз, два, нифига себе. Так, где находится заложница, я не могу понять, а? Тут нифига этих баб, а? Ну, женщин, ну, они плохие, поэтому они бабы. Так, нормально девушек я не трогаю, а? Ух ты, маска, нифига себе, где находится. Так, где же наша жертва-то, а? Это я приехал, это я там. Так, это не то, это обычный строитель. Так, надо, скорее всего, камеру вниз нужно, да? Справить. Так, я просто не могу понять, где находится заложница, а? Надо, скорее всего, где-то там, внизу, а? Это же еще из клана Килли, а? Блин, а? Ну, Дима, давай придумай, что ж крутое название, а? Ладно, друзья, походу, дело придумаю. Так, как туда попасть теперь, мне вот это интересно, а? Так, это я вырубил, это понятно. Так, где зашив вход, а? На эту тупую стройку, а? Так, маска понятно, где находится. Так, это уже мужик, по-моему, был, да? Тут, то есть, не одни девушки, да? Ты мужик же был? Да, мужик, сука, тут не одни бабы, а? Так, тут получится только на дроне, там надо дроне, друзья. Ну, на грузовом дроне только, друзья, может кто-то попасть. Всегда можно сдаться. Тут, сука, еще на ней... А, это, сука, работают эти дебилы, а? Склона Келли. А может, друзья, она и есть? Блин, зараза, может... Блин, новая голова Клана Келли? Блин, сука, ладно, я даже не знаю, какое название придумать. А если не придумать, то так уже оставлю, я не буду мучиться. Ну, то есть, очень хочется придумать название, а? Так, подожди, я не туда вообще иду, а? Мне нужно туда идти, а? А я не туда пошел. Ой-ой-ой. То есть, пока он меня не спалил. Просто, друзья, по спине давай, и все, типа, сука, иди спать, а? Так, это кто у нас... Так, это у нас командирша. Нифига себе, у нее элитный паук турель. Ёб твою мать, а? Сука, ёб в команду заебовать, а? Но нахер не хочет, сука. Не пойдет все равно, а? Костюм прикольный у нее. Так, сука, у меня маскировки нету, а? Так это не должна меня спалить. По идее. Тоже с ноги, сука. Просто Спарту устроил, твою мать. Ой-ой-ой. Так, это обычный строитель. Ага. Это лидер. Я понял, понял. Видели, друзья, даже ничего не понимаю. Сука. Все. Все, друзья, я молодец, а. Вроде бы, друзья, у меня получилось побыть этим, как сказать, чуваком супергераком. Я имею, друзья, постелся. Так, ну, друзья, перед собой мать, зараза. Сейчас быстренько возьму очки технологии. Нифига себе, сука, тут крови. Сука, тут мертвых. Раз, два. Ёб твою мать, тут прям пыточная камера, твою мать, а? Охереть, а? Маленько, друзья, сейчас вызвали нашу. Это же она? Она. Маленько, пресса. Ну ты не хотел, друзья, делать, а? Ну почти поставился, прошел, а? Нифига себе, сука, паучок, а. Твою мать рождения. Так лучше я винтовку возьму, достану. А, сука, не помогает особо. Я хотел подорвать, сука. А, нет, сработало вроде бы. Так. Твою мать. Я как бы понял, Бекли, я знаю. Так, он киллер. Блин, сука, он киллер подкрепление вызывает. Да сука твою мать, я надо, чтобы мою эту не убили, а, подопечную. Сука, и меня, конечно, не убили, чтобы, а. Ебать, друзья, концепция конкретно изменилась, а. Она пипец как изменилась, а. Давай, сука, давай. Сука, не убил тебя. Давай, сука, пожалуйста, еще, давай. Давай.
ты сука тупая. Не, да вот это реально по-праву даже прикольная миссия. Да по-любому ты сейчас спалили меня бы, и так, а хотя можно было с другой стороны войти, а? Сука, я просто не везде, не полностью план, то есть не подумал, а? Наобум действовал, как говорится, а? Как пойдет, а? Димон, ты даешь, а? Так, я убил, сука, эту? Ага. Еще командир, так буквально осталось два дебила, два командира. Давай, давай, сука, и что ты делаешь, ладно, сам к вам приду, а? Че париться, блин? Давай. Ну, тебя стреляли, дебил ты тупой. Ты прав. Так, остался последний придурок, а? Ну-ка. Ко мне. Давай. Дебил, иди сюда. Пожалуйста. Ты не пойдешь, да? Да, сука, ты издеваешься. А, что серьезно, придется за тобой бегать, а? Маленькие друзья. Выбора нет. Я быстро убью дебила этого. Как будто реально в GTA 5 играю, а? Сука, его же пауком его убил. Сука, ебать, я молодец, а так. Смотрите Кристину Азис в безопасное место. Окей. Хорошо, сейчас. Буквально одного дебила осталось убить, по-моему. Так, только где он находится? Зацепка есть? О, зацепка-то хорошо. Это прекрасненько. Друзья, я хочу маску взять, а. Вот все, друзья. А, ну, пока я с ней, я не смогу это сделать, а. А, это Альбион, сука. Ну что, пойдем? Моя крутая девушка. Пойдем. Блин, а. Ёб твою мать. Так я тут дебилку не нашел, нифига. Так, ну так, как тебе выйти нам с тобой из этой стройки, а? Пойдем. По-моему, он отсюда зашел, так. Ну-ка, давай за мной. Давай. Ты сможешь это сделать? Я верю в тебя. Давай. Давай, ну погнали. Ну ты ведь сможешь сделать это, а? Или не сможешь? Молодец, какая же ты крутая, а. Так, теперь выход, а? Выход вот она. Все, погнали. Давай. Тут точило неплохие, а. Давай возьмем. Так, ага. Похоже, хвоста нет. А, надо с ней типа поговорить, да? Да, теперь у нас с ней Кристина Азис. Кристина, ё-моё. Она велела своим подручным набить машину взрывчаткой. Мы не хотели никого убивать. Королевский суд, скорее! Спасибо тебе, спасибо. Судя до хера народа, бомба вынесет вообще всех. Так, найдите бомбы у здания Королевского суда. Понял. Это я уже понял. Так, ты чего, конечно, неплохо это, но я хочу, друзья, своей старенькой погонять, а? У тебя, видишь, друзья, она, по-моему, а... Мне кажется, или, друзья, немного колеса у меня предползнуты, да? Получается, друзья, они находятся не на земле. Видите, это немножечко есть, да? Прикольно, класс, а. Ладно, друзья, сейчас быстренько я возьму маску, а. Так, я сейчас использую этого паука. Ну, его использую, в общем говоря. Контроль. Давай, ты мне очень нужен. Я хочу маску взять. Так, маска находится вот здесь, а. Я не могу ее достать. Так, где маска? Подожди, точно маску я забыл, где маска находится. Так. А, все. Так, где моя? Себе крутая чадо, агентша, друзья, быстренько возьму маску, а. Блин, как же название придумать другое? Честно, хочется, друзья, название придумать второе, в скобочках, а, к этой миссии. Но пока, блин, особо нет, а. Чекнутая стерва или больная. В общем, как-нибудь еще по-другому придумать. Смотрите, друзья, прикольненько, ей так идет, реально, это будет с оружием, а. Сейчас, друзья, маску возьму. Блин, как же придумать. Очень хочется, друзья, название придумать. Реально хочется, а. Друзья, еще раз вам всем спасибо огромное за поддержку. Желаю вам, друзья, вам приятного просмотра. И поздравляю, друзья, вас всех с Новым годом. Ведь друзья, скоро, ну, ведь, друзья, Новый год очень даже скоро. Ай, друзья, классненько. Так, где моя точила? Я точила не хочу бросать, она мне очень понравилась. Пусть, конечно, она старенькая, но прикольненькая. Та тачка, конечно, современная, хорошая, зелененькая. Ну, друзья, я ей тачку возьму, а. Как говорится, друзья, хочу поменять на старенькой машине, а. Она реально прикольная. Так, теперь надо ехать в здание суда. Так, где суд находится у нас? Нихера себе, сколько ехать. Ну, ладненько. Покатимся, друзья. Почему бы и нет. Сори. Скачок пойдет. Угу. Вот тачка, друзья, реально неплохая, но я на этой погоняю, а. Ведь, друзья, старые машины стоят дороже, особенно если они резкие очень, а. Нежели... Зараза, новые, ой-ой-ой.
Сейчас, друзья, погоняю немного по Лондону, друзья, и классненько. А, друзья, немного правил понарушаю, а? Почему бы и нет, а? Блин, только что это не стрим, а? Так, может, было бы с вами прикольненько название. Хотя, уже было бы тупо название придумывать, а? Что-то я бред несу, а? Ой, сори, прости меня. Тупо я уже со стрима, друзья, заранее название придумал бы, а? Тут, друзья, реально хочется название придумать. Блин, надо подумать, может, потом, после прохождения этой миссии, название придумается, я его вставлю, а? Так, блин, надо будет... А, подумаю, друзья. Так. Злобная сука. Ну, блин, скобочек злобная сука, мне кажется, да. Прикольное, конечно, название, но, мне кажется, такое могут забанить, а? Ой-ой, никого не хочу сбивать, никого, а? Так, друзья, разгоняемся. Быстрее. Друзья, даже фильм прикольненький вспомнил наш, а? Черная молния, блин. Тут, реально, там прикольный фильм был, интересный, а? Всем, друзья, рекомендую его посмотреть, а. А там на машине летал Димон. Вон герой Димон звали, а. Тачка тоже неплохая. Так. Вот, друзья, я почти доехал до здания Королевского суда. Так, классненько. Надо сейчас будет найти быстренько эту бомбу. Чтобы эта чокнутая сука не взорвала. Так, чокнутая стерва. Сори, прости меня, чисто. Управление фиговое. Не хотел. Друзья, мы почти подъезжаем. Напоминаю, ты ищешь набитый взрывчаткой фургон, который нестабильнее одноноговые шака в токсичных отношениях. Если попадешь в перестрелку, постарайся объезжать пули. Иди ты в жопу, разрулю. Вот, друзья, тут припаркуемся мы. Теперь, друзья, я идеально встал. Так, все, друзья, погнали искать фургончик. Хочу заметить, так, что бомба взведена, и отчет уже пошел. Так что, чего? Если не хочешь узнать, каково быть маслянистым розовым облачком, поспеши. Ладненько, хорошо, поспешу. Так, утопите заминированный транспорт в Темзе. А то я хочу себе зашибенский дедсек-стиль. Теперь, друзья, это Альбион, сука, она сейчас с Альбионом работает, а? Блин, как же назвать-то все-таки, а? Маленько, друзья, погнали. У нас времени нету. Фургончик угоняем, патрончики берем. Так, давай. Ага. Все. Вижу тачку. Блин, там вокруг дохерища народу. Придется изгаляться. Твою мать, еще и сломать надо. А, блин, а. Каким образом это залезло? Реально, каким образом это залезло? Твою мать рождения. Это я понял, как туда залезть-то, сука. Твою мать рождения. Все серьезно, туда надо идти. Ё-моё. Так, где находится моя фигня? Подожди, у меня времени. Времени мало. А ты чё, издеваешься, что ли? Вот же блядство. Блин, где этот вход тупорывый, а? Ах, беги, Димон, быстрей. Быстрей. Сдайся! Нет, у меня времени, сука, на сдавание. Иди ты нахер, а. Быстрей. У меня времени мало, времени. А давай бросай эту же суку уже тупую ребеновскую, а. Реально времени нету, а. Так, вот он терминал. Угу. Давай, моя крутая, давай. Есть, да? Есть, все, круто, молодец. Пошли. Надо еще в реке утопить, а. Фургон реально старенький, а. Тачка есть, дальше что? О, честно говоря, мне все равно. Но если хочешь избежать жертв, наверное, можно утопить машину в реке. Решать тебе. Да это я понял уже. Я жертв не хочу, я не хочу жертв. Еще бы реку найти бы. А, еще, друзья, быстренько. Так, река, все. Утопите, ага. Быстрее. А, друзья, все, я по времени успеваю, все хорошо. Надеюсь, друзья, успею, если оказывается не случится у меня, я что-то еще водил, а. Ну, друзья, я сокращу какую-то дистанцию. Офигенно! Вот она классно, надо. Видели, как она тонет, друзья? Вряд ли террористы свернутся после одной атаки. Мы еще услышим класс. О них. Класс. Охереть! Так, концепция изменилась. Блин, да прикольно, реально, а. Так. О, какой же красивый Лондон, друзья. Ночные огни, вау, супер, а. Так, без сучка и задоринки.
Вау, нифига себе, серьезно, миссия еще продолжается. Так, найдите замаскированный фургон. Ну вот, друзья, вот и на скобочках такой и будет миссия. Ну, друзья, даже не надо было париться. Вот, друзья, в скобочках без сучка и задоринки. Ну, мы, друзья, продолжаем проходить эту миссию, имею в виду ту самую, ну, что мы сейчас проходили, концепция изменилась, друзья. Опять надо найти фургончика. Сейчас, друзья, быстренько возьму любую машину, даже у этих дебилов и любимовцев, а. И, друзья, погоню за, получается, маскированным фургончиком. Где фургон находится? А, он тут недалеко, друзья. Там может тупо телепортнуться туда. Друзья, вот, и вот, друзья, даже не надо было думать, миссия уже сама по себе пришла. Я думал, друзья, если миссию выполню, типа, она будет завершена, все. А, друзья, оказалось, то, что еще продолжение этой миссии есть. Круто, класс, супер. Может, даже эту злобную суку найду, которая это все устроила, а. Скобочки, друзья, будут все-таки без сучка и задоринки. Класс. Сейчас, друзья, единственное, что я сделаю, это важно. Так, это, конечно, продолжение миссии, но тем не менее. Так, давай. Молодец, Димончик. Так, ага. Все. Так, я понял, фургон тут находится. Вижу тачку. Попытаюсь, короче, отрубить бомбу и не взорвать при этом. Блин, сваливает. Теперь я знаю, с какой бомбой мы имеем дело и могу обезвредить ее дистанционно. Держись максимально близко, настолько, чтобы в случае взрыва тебя размазало тонким слоем, как джем по куску хлеба. Надеюсь, вопросов нет. Вкурила. А ты, сука, блядь, какой вкурил, а я не вкурил. Твою мать рождения. Блин, лоханулась. И моя сеть камер тут бессильна. Боюсь, узнать о развитии событий мы сможем только из выпуска новостей. Охереть! Стопудняк еще услышим об этих гондонах. Без сучка и задоринки? Не-не-не, как-то миссию-то переиграть-то, а? Плохие новости, Дотек. Информатор сообщает, что наша горячо любимая террористка, Энит Гримвуд, вернулась и подготовила еще одну заминированную машину. Охереть! Надеюсь, в машине хоть что-нибудь укажет на то, где искать Энит. В общем, отправляю координаты. Удачи! Так, все, сука, теперь дубль 272 я все сделаю идеально, а. Все, сука, у меня машины не было, я бы, друзья, просто не ожидал. Что-то, сука, блядь, так будет делать, эту блюдина тупая, а. Я даже реально не ожидал эту всю херню, а. Маленько, друзья, все, погнал я. Сука, я если я знал, друзья, что это будет гребаный фургон, я знал, что фургон. Друзья, я не знал, что он поедет, друзья, если я знал бы, что он поедет, я бы, друзья, сука, еб твою мать, сразу машину бы взял бы, а. Сука, Дима, ну ты лошарик, а, ну бывает, бывает, а. Правда, друзья, не ожидал, а. Так, тачка неплохая у меня. В принципе, догоним фургончик, сука. Опять же, друзья, шпионскую тачку я взял. Ну, мне она просто нравится, а. Такая неплохая тачила. И-и-и-и. Дима, 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 не спеши, не спеши. Людей не сбивай. Ага. И, друзья, правда, я не ожидал, что этот фургон поедет так быстро, тем более, сука. Реально, блин, опухнулся, друзья. Ну, друзья, мне дали попытку вторую. Поэтому, друзья, если я точно, друзья, не опухнусь, все будет окей. Все будет чики-пибару. Еще раз, друзья, всем спасибо за поддержку. И поздравляю вас еще раз, друзья, всем всех с Новым годом. Друзья, желаю вам счастья, здоровья и всего крутого. Друзья, потом прикольненький стримчик сделаю по киберпанку. До Нового года. Будь готова к погоне. Просто не отставай от транспорта, а бомбу я беру на себя. Бекси, спасибо. Сука, и дальше не может ехать, сука, ебать твое рождение. Серьезно. Ай, блин, сука. Трутяк, бомба сдохла. Теперь найдем Энит, а то задрала со своими взрывами. Капец. Бэкс, что у тебя есть? Ты не поверишь, что на бортовом компьютере осталось ее расписание. Какое же палево. И адово тупость. Хочу предупредить. У тебя есть другие поводы для беспокойства, помимо убегающей террористки. Поблизости несколько активных взрывных устройств. Отправляю тебе текущие координаты Энит. На твое же рождение, Бэгли, ты определись уже. Так, сука, сука, сука. Так, нейтрализуйте Энит Гримвуд. Уничтожьте, блядь, взрывчатку. Твою мать, а. Серьезно? Сука, а. Сначала я, конечно, уничтожу гребаную взрывчатку, а. Твою мать, друзья, ну конечно, офигенная миссия, в общем, получается, прикольненькая, 31-я, классненькая. То есть, дополнительные знания бывают иногда очень даже интересные, а. Даже, они, даже бывают иногда лучше, чем основные, а. Это факт. Ой, прикольненько. Это, то есть,
То же самое, друзья, как и в Киберпанке. Хотя, друзья, в Киберпанке сейчас эта компания прикольненькая, плюс я еще просто не проходил ее, прошел все, друзья. Вот то, что будет дальше, друзья, я уже узнаю 31-го, когда вас будут с Новым годом поздравлять. Это все я буду там основную кампанию проходить. Ну, немножечко, там, 2 часика, друзья, это там особо не пройду, я думаю. Тем более, если я там буду погибать много раз, а. Блин, зараза. Ого, ого. Так, друзья, бомба. Самое главное сначала бомба. Эту суку мы успеем поймать. Надеюсь, я на это, друзья. И убить суку тупорылую. Ого, видели, машина появилась из ниоткуда, сука, охереть. Вот, сука, вот я жду кликан, то есть я очень жду DLC-шку, где можно будет поиграть Эйдена Пирсом и Ренчем из второй части Watch Dogs, а Эйдена Пирсом из первой части, кто не знает. Так, бомба, твою мать. Нифига себе, уничтожьте или обезвредьте взрывчатку. На этой стройплощадке обосновалась наша террористка Энит Гримвуд. За работу, агент. Выбирай, Энит или бомба. Так, конечно, блядь, сука, бомба. Разумеется, бомба, тут даже выбора нету, а. Сука, на сколько людей погибнет, а. Так, обезвредить или уничтожить, а. Так. Как туда теперь попасть, а? Там еще получится... Так, раз, два, три... И, в общем, три штуки или сколько, а? Мне просто интересно. Ой, чуть начал вот миссия тупить, а. Так, первая. Ага. Сейчас, друзья, быстро скачаю ключик, а. Не думаю, походу дело дальше пригодится, а. Ох, реально. Миссия такая захватывающая, друзья. Очень даже прикольненькая. Угу. Так. Без сучка и задоринки. Энди Гарнфурт. Ага. Обезвредить, почему бы и нет. Так, первая есть. Так, кто у нас? Так, друзья, это, сука, подручник грёбаный ты. Эндит Гримфунд. Блюдень ещё той. Так. Типа, получается, она наверху находится, да? Это сучка тупая. Ладненько, друзья, потом, пофигу. Сейчас пощёл взрывчатку, друзья. Зачем вас взрывчатку, а? Почему на чего? Ой. Блин, зараза. Ах ты, сука, сейчас, друзья, момент подгадаю. Когда можно я развлечь, когда... Сейчас, друзья, эту, сука, этих стерв я тупых набью. Друзья, начала игра потупливать меня, видите, в конце, сука. Нормально работает, начал тупить, а. Ну, Watch Dogs, сука, только тебя похвалишь, а. Нельзя, хоть нельзя игры хвалить, категорически игры нельзя хвалить, а. И потом начинает тупить, а. Ну, сука, блядь, ублюдская, прям с ноги, сука, вот охеренно. Ах ты ублюдок, а? Сука тупая, а? Так. Ага. Так, блин, я за бомбами шел, а? А вот тут мне, сука, блядь, устроили, а? Ща я быстренько тебе имена взломаю. А. Вот она, сука, эта тупая Энит, а? Ща, друзья, мы ее убьем. Вот и все, блядь. Так, все, друзья, эту дебилку дура я убил. Эту гребаную суку. А все-таки из Хуана Келли была идиотка, которых людей не жалко, блядь. Ладно, понимаю, мутни, а. Это да, я согласен, а. Нет, сука, нет. Ладненько, друзья, вы сами нарвались. Вы сами, сука, да выёживались, а. Я не хотел даже это делать, я хотел просто вас всех повырубать, а. Но вы, суки, сами нарвались. На пиздюлину. Угу. Я уже запутался нафиг, у меня уже глаза разбегаются. Где эти, сука, тупые бомбы, а?
Ага, бомба находится тут, все, понял. Ага. Сейчас быстренько возьму. За меня миссия, просто что миссия, а что? Подтупливать, а? Это, конечно, обидно. Сейчас и сам игра имею в виду. Стреляют. О, сука, я вовремя успела. Фух, так, вот паучок. Ванкили подозревает. Да, сука, блядь, Ванкили, твою мать. Я уже сейчас просто даже глаза разбегаются. Почему-то, я твою мать. Сейчас, друзья, надо ту... найти, сука, где тупые ящики, где они находятся, я не могу понять, блядь. Сука, сверху, снизу, я что-то... А, снизу, все. Снизу получается, значит, да? Сами своего же... А, получается, вот паук у них туповатенький, да? Так, блядь, где я, сука, где я? Где эта тупая бомба, блядь? Снизу, сверху. Ага. Все, нашел. Сейчас, друзья, все будет сделано. Так, друзья, вторую бомбу я сейчас обезрежу. Есть. Так, друзья, все готовенько. Теперь осталось буквально, получается. Так. Последняя бомба. А она где? А где реально последняя бомба, на самом деле? А, еще ниже. Сука, а где еще ниже-то? Где вход-то в самый-самый низ? А ты сука, блять, а? Что ж с вами делать, а? Ух ты, ёб твою мать, тебя еще не хватало-то, а? Ну, сука, вы, блядь, устроили, а? А, друзья? Это достали уже, сука, бота пауков пускать-то, а? Тупая мразь, а? Ага. Еще последний раз сдохнет тварь. Все, друзья, теперь можно спокойно, можно туда пойти, нельзя, да? Ладненько. Все, друзья, я знаю теперь куда идти. Последнюю бомбу уничтожить, а? Можно спокойно. Так, где последняя тварь? Нет, это явно не тут, а? Сука, где она находится? И пойду и провались. Явно не тут, а? Блядство какой-то тупость, а? Если последняя бомба какая-то долбанутая, а? Угу, она какая-то... Она не понятно, где находится, а. Не могу понять, где она находится. Хотя это не последняя, скорее всего. Скорее всего, друзья... А, я все правильно шел, блин, Дима, ты даешь, а. Невнимательность твоя. Может погубить людей. Это, конечно... Не настоящих людей, но тем не менее. Если были бы настоящие люди Димона, что бы ты делал бы, а? Димончик. Сука, так, это к тебе как-то туда попасть. Как-то попасть-то вниз, а? Это тут эта бомба. Я уже запутался нафиг, а. Ну ты, сука. Так, нужно. Может еще, наверное, выход есть. Так, нет, ну где-то тут по-любому есть. А, вот, нифига себе, как замучено все. Опа, друзья. Так. Площадка, банка и это. Ага, понял. Сейчас, друзья, последнюю бомбу обезредим. Эту суку я уже нейтрализовал. Все бомбы уничтожены. Это было не слишком зрелищно, зато надежно. Да. Теперь застой застрял, сука, походу. Пушку убираем. Покиньте область. А, не, друзья, все нормально, я не застрял. Все хорошо. Все окей. Сейчас, друзья, быстренько покинь область. И 35 миссия, друзья, будет завершена. Так. Я вот правильное направление иду, да? Ну, друзья, все правильно. Миссия такая реально интересная, была очень даже прикольненькая. Блин, концепция изменилась в скобочках. Без сучка и задоринки. Ух, красивая луна. Ой, сори. Вау. Бомбы уничтожены. Психопатка со страстью к бомбам нейтрализована. Думаю, можно вычеркивать. Итак, Датсек, дело Энит Гримвуд закрыто. Вы молодцы. Спасибо. На самом деле это печально.
Теперь, чтобы чего-нибудь добиться, нужно действовать в обход системы. Я буду рада не меньше других, если Альбион и им подобные исчезнут с наших улиц. Но дела не вернутся в норму, пока не будет восстановлена власть закона. Так, друзья, первая миссия подходит к нашему логичному концу. Всем спасибо за просмотр, пишите комментарии, ставьте лайки. 31 миссия по названию концепция изменилась в скобочках без сучка и затворники завершена. И самое главное, друзья мои, суперсы крутые, не болейте, не скучайте. Всем пока-пока, вы лучшие, вы супер классные друзья. А что это вы тут делаете? Конец. Кино-то уже кончилось.